Так, поехали дальше. Дальше. Сегодня девочку поделаем. Поделаем девочку.
В анатомии я круг, конечно. Максимально квадратные сиськи сделал. Так, ну это ладно. Это ладно. By distance.
Храним как эту штуку. Бэкапаю. Так, поэтому сейчас поскуте. Ой. Ремеш. Где он остался? Ремешерты. Вот. А не в боксе. Отлично. Thank you.
Да, целлюлитненькое сделал что-то. Блин, что за плоские сиськи выходят, а? Что ты тут будешь делать?
Да, что-то у меня выходит максимально уродливая девушка.
Че, голова маленькая стала. Ладно, пока так, короче, оставлю. Так, и вообще она какая-то маленькая. Чуть-чуть скульптинга, чуть-чуть моделинга. Короче, надо разобраться, как вот эти штуки у меня будут двигаться. Вообще, по идее, они должны как вот так вот перемещаться, так и вот так вот, ну, вращаться, имеется в виду, чтобы, ну, как бы вектор направления сейчас идет вот так, и то есть он прямо летит вот в эту сторону, то есть вот туда. И ну, чуть-чуть вверх. А если надо затормозить, то есть они, соответственно, поворачиваются, во-первых, вот так вот. Вот так он тормозит, вот так он зависает, типа. Ну вот, а на референсе тут как-то не очень система управления этими штуками организована, надо что-то придумать. Так это работать не будет.